Кожным днем за огороджей пляцовки у микрорайоне Хутор, где будуется школа, з'является нечто новое. Растуть поверхи, укладываются дорожки. Сегодня на объекте побывал старшиня облвыканкама Геннадий Соловей. На важной городской будовле губернатор провел планерку. Подрядчик будовничий трест номер 14. Его гендиректор Станислав Сильченко тлумачит ситуацию. Головное, каже, есть уверенность у финансования объекта. У вересні, коли праца у всех субъектов будет зладжена и отказной, тут повинен прозвенеть звонок для сотень хлопчиков и девчинок. На все работы застается одно лето. Это будет по-соправдному горячая пора для будовников и всех, кто имеет дочинение до своечасового узведения объекта. По позициям, которые на сегодняшний день по школе, там вас их несколько, вот какая позиция на сегодняшний день является более трудоемкой для вас? Самая основная, самая трудоемкая позиция – это блок номер 4. Он у нас и в удельном весе стоимости объекта занимает почти 40%. Этот блок включает в себя бассейн, две чаши, водоподготовка, соответственно, он включает в себя столовую, пищеблок и актовый зал. Это самый энерготрудоемкий, спортивный и актовый зал. И мы к нему приступили чуть-чуть позже, ввиду тех обстоятельств, что под бассейн мы забивали сваи. То есть мы не могли к ним приблизиться, поэтому самый сложный блок и начался позже всего. И мы сегодня должны уделить и уделим ему самое пристальное внимание. По построечным моментам, техническим, больших проблем и трудностей нет. Они все носят рабочий характер. Дякуючи використанню сучасних технологій, школу отримлюється узводить хуткими темпами. І гэта відавочна, бо яще 2 місяці тому на місце будовлі була пустеча.